Эшки, всем я квас, и я рад приветствовать вас на своем канале Satisfactory на экранах, и я наконец-то играю в эту игрушку замечательную. Все не было никакого повода, и тут вдруг он появился ни с того ни с сего, и прям вот захотелось. Захотелось вот поиграться именно вот в эту игрушку. Вот. Но прежде давайте, знаете, что я сделаю? Я сохраню игру. 42... Это у меня основное сохранение, на котором мы с вами, в общем-то, выживаем. Сейчас я его немного раздублирую, и у меня появится новое сохранение, где я буду испытывать моды. Потому что испытывать моды на чистой карте не всегда удобно, когда требуется уже определенный уровень развития. И вот как раз-таки сейчас нужен определенный уровень развития, чтобы показать вам эти прекрасные моды. Значит, мод Кронос вы все прекрасно помните, видели, знаете, поэтому повторяться я не буду. Вот, кстати, у меня здесь еще одна линия поездатая. Гоняет он тут, собирает мне нефть. Видите, я убрал транспортную ленту, поэтому нефть теперь приезжает на поезде вместе с углем вроде бы как. Да, с углем и этой серой. То есть все теперь, все сюда приезжает мне на поезде, поэтому я как бы да. Но возникает вопрос. Вот как минимум один вопрос возникает. А темно же. Темно же, блин. Вот что на базе темно, что, блин, везде темно. И постоянно вот ходить с фонариком... О, господи. Как он тут уже включается? Я уже забыл, как включается фонарик, вы понимаете? F это у нас удалить. Понятно. Вот все. О, V. Ну что это за фонарик? Это вообще о чем? Это фонарик ни о чем на самом деле. С этим фонариком ты далеко не пройдешь, особенно по какой-нибудь реальной темени. Поэтому хороший разработчик взял и придумал, чтобы у нас были фонари. Например, вот такой, вот такой, вот такой и вот такой. Так, нам надо поставить вот такую штуку, чтобы я не парился особо. Вот такой вот фонарик. Его надо как-то подключить. Так, вот он. Значит, он не горит. Почему он не горит? Потому что у всех фонарей есть авторежим. Можно его включать, выключать и так далее. Групповые настройки какие-то, не знаю. А, ну вот, кстати, можно сделать так, чтобы фонари какой-то определенной группы всегда светили, или всегда были в автомате. Это очень круто, на самом деле. Ну вот, ну мы его давайте включим. Вот так вот он светится. Ну, не то чтобы прям сильно, но если его, например, поставить параллельно железной дороге, почему бы и нет, будет освещать там дорогу, и все классно. Поэтому... Я вот, кстати, хотел бы, наверное, это сделать. Давайте я немного пробегусь. И попробую это сделать, ну, с той стороны. Здесь мне это особо не очень надо. Вот я тут даже не до конца разобрал. Охренеть просто. Столько ресурсов просто пропадает в эту жопу. О. Так, окей. Вот он у нас, наша станция. А, ну здесь все отрублено, поэтому не так страшно. Но опять-таки, маленькую ставить здесь, ну вообще никак, она тут даже теряется, честно говоря, вот, то есть вообще ни о чем. Поэтому нужно что-то повыше, например, поставить. Вот такую, например, красоту. Или вот такую. Нет, вот такую. Окей, давай мы ее вот сюда воткнем. Нам ее надо подключить к чему-нибудь. Вот она. Смотри, какая здоровая. Берем ее. Фигачим. Подключаем. Смотри. Светло. Во-первых, большой радиус светлоты, так сказать. Вот. А во-вторых, это прекрасно выглядит. Это чувак, который заморочился с этим, он прям подготовился, он сделал все в стиле. Так что он прям молодец. Вот. Поэтому можно спокойно... Допустим, взять сюда еще одну такую же поставить.
И вот на выходе отсюда тоже такую поставить. Единственное, нам нужно будет... Тихо. Электролинии провесить. То нам не хватит. Так, и давайте сразу создадим, может быть... О! Сразу создадим группу. New Group. Давайте называем... All In. Ну, All On, наверное, так лучше. Вот так вот. Всегда включено. И, соответственно, они всегда у нас будут включены. Так. Вот, кстати, этот автоматом включился, потому что ночь наступила. Но мы его сейчас добавим в группу All On, чтобы они у нас были всегда работали. Ну и, соответственно, этот тоже у нас будет в группе всегда включено. Вот так вот. И вот теперь уже совсем другое дело. Там уже не обязательно, там техническая зона, можно сказать. Здесь у нас все-таки погрузка-разгрузка, поэтому она должна быть всегда освещена. И вот такая вот у нас красота. И есть еще такой вот светильничек. Давайте мы чуть подальше отойдем, чтобы посмотреть вообще, насколько он хорошо фигачит. Выглядит он вот такой вот, как, в общем-то, обычный столбик, электрический столбик, электростолб. Вот. Вот он сразу включается. У него меньше радиус свечения. Но его, например, над этими, над всякими техническими точками можно расставлять по самой небалу. И он, в принципе, неплохо светится. Причем даже и не, это, и не скажешь, что дерьмово светится. Ну, хорошо светится. Ну, вот. Но я пока не знаю, куда его можно поставить. То есть вот это вот на базу точно. Он, во-первых, маленький. Много не требует места, поэтому взял, подключил, да и все, и не паришься. Вот. А вот куда этот пихать, я пока не знаю. Но я думаю, мы с вами разберемся с этим. Вот, поезда у нас тут пока гоняют. Вот, кроме того, у нас есть вот такая шняга. Вот. Он никак не подключается, потому что в него нужно закидывать топливо. Пока я в него закидывал уголь. Я не знаю, можно ли сюда закинуть нефтяночку. Давайте посмотрим. Тихо. Нет. Он работает, судя по всему, только на угле. Так, сейчас мы его тогда наколдуем. Кол. Давайте штучек 10. Ой. Вот. Вот вот так вот он светится. Причем, блин, он яркий. До хрена просто яркий. Но можно его и усилить еще. Какая это у нас назывался? Energy. Блин, я забыл, как эта фигня называется. Вот он, PowerShard. Ну, мы можем сейчас его сюда напихать. 2,7 секунды 100 мегаватт выдает. То есть это лампочка 100 мегаватт, которая просто, ну реально ни хрена не видно. Давай-ка мы ее... Причем, видите, написано нет соединения. А вот с чем ее можно соединить? Я ни с чем ее не соединишь, походу. Давай попробуем, может быть... С транспортной лентой тоже не сохраняется. То есть, ну, это, видимо, недоработка пока что, поэтому вот как-то так. Хорошо, 2,7 секунды у нас, если на 100%. Ну, я не особо заметил разницы между яркостью, хотя, может быть, она и есть. Есть яркость, да, есть. Но светит он, дай боже, конечно. То есть, давайте-ка мы его разберем и поставим в ту сторону. Вот здесь вот.
чтобы вообще понимать. У него, кстати, нет автоматического режима. То есть он всегда... Либо всегда работает, либо всегда не работает. Ну, давай. Нет, давай сначала на 100% посмотрим, как он фигачит. Ну, я смотрю, свет все... Вот свет еще вот аж до сюда, смотри, доходит. Да, это мощь. Это мощь. Ну и, соответственно, если мы это сейчас возьмем, да, и на 250 врубим, то... Ну, я не... Ну, вот, кстати, вот до сих пор вот здесь вот есть. То есть он светит прям, мама, не горюй. Его, правда, непонятно зачем пока использовать, с учетом того, что в него надо постоянно что-то закидывать, и мимо просто так как бы не пройдешь. Ну, ладно. Хорошо, давайте-ка мы еще немного колы себе закажем. Потому что потребуется еще. И есть еще один фонарик, который на самом деле не просто фонарик, а сложно сказать, что это такое, но очень на самом деле нужная штука. Так, по-моему, это здесь. Кстати, заметьте, в экспериментальной версии взяли и сделали группы. То есть не только то, что раньше можно было показывать, только то, что мы можем построить, а теперь, видите, еще есть группы. Очень, кстати, классно. Вот нам нужен AZ Lamps, а точнее в категории AD Portable Lamp. Ой, что-то я их много наделал, ну ладно. Вот она также пихается в руку. Вот так вот она выглядит. Знаете, на этот, на спутник напоминает. Ну вот. Вот так вот она втыкается. И она точно так же, по-моему, ни с чем не соединяется из электрики. Да. Никак вообще. Вот. Значит, поэтому ей нужна, собственно, своя энергия. Вот на нефти работает? Нет, тоже не работает. Работает вот на этом. И вот она излучает вот такую вот херню. То есть это больше как маяк. Причем он, во-первых, этот маяк, как видно на этом, показан на радаре. Вот, и при этом он вот так вот еще и светится. То есть это удобно. Единственный минус, конечно, то, что вот это дело все заканчивается. Да, есть некоторая нестабильность этих модов, но тем не менее, почему бы и да, да. Ладно, сейчас мы с вами вот что тогда попробуем сделать. Усиливать этими ярдами нет никакого смысла, потому что, ну, он светится чуть меньше. Начинает светиться чуть меньше за счет того, что потребляет больше энергии. Поэтому мы сделаем сейчас по-другому. Мы сейчас его сюда воткнем. Так. Вот так вот, да? Вот бы его как-нибудь... еще обозвать, а он никак и походу не обзывается, кроме кого. Ну, понятно. Значит, в items мы сейчас сделаем, ну, это наклонируем кол. Ну, штук 100. Давай сделаем. Закинем. И пошли посмотрим. Так, а у меня вот вопрос. Нет, все нормально. Ну вот, пошли посмотрим, как далеко он светится. Так, давай, тащи. Мне просто самому интересно, я вот как раз ночи ждал, когда же мы сможем. Ну, все еще его видно. Его видно так же примерно, как этот... Ай. Как этот, господи, как лифт издали, пока что. Лифт вообще, в принципе, виден из каждой жопы, поэтому... это еще та хренотень. Так, ну все еще видно, смотри-ка. Возможно, это даже и неплохо. Единственное, конечно, вот то, что его питать нужно постоянно углем.
То есть, если бы он, например, был как солнечный, вот этот маяк, да, там, он вроде как работает на солнечных батареях и тому подобное. Ой, в коллизию влез. Вот было бы, наверное, получше, потому что что мне теперь объезжать все мои маяки, чтобы их это... это самое... заправить, это как минимум странно. Ой, как там глубоко, слушайте. Надо допрыгать вон до того места. Тут, кстати, видите, стали другие немного эти опять значки. Train Station уже появилась. Просто Train Station написано, и плюс еще название ее. Ну, здесь уже понятно, здесь я уже не увижу, потому что тут крона деревьев. Хотя я... А, вон он, видна ниточка. Все нормально. Ниточка видна. Значит, можно дальше прыгать. Блин. Тут очень какая-то странная коллизия у этих деревьев. Очень жалко, что... О, я помню, я здесь пытался выживать. Я вспомнил этот мост. Да. Вот. Очень, конечно... Ой-ой-ой. Очень, конечно, интересно, как это вообще все работает. А мод, кстати... О, нитка еще видна. Но ее, конечно, она не очень контрастная получилась. То есть вот если бы она была бы черной, как вот в данном случае, ее вот было бы, наверное, всегда видно. Хотя ночью, наверное, лифт не очень видно, как раз-таки. Но... Мне нравится, что в этой игре существует хорошая прорисовка. Потому что в большинстве игр с открытым миром прорисовки нет. Ну что, видно. Видно, что мерцает. То есть вообще прям замечательно. В принципе, мы в самой жопе. Дальше только ни хрена. Ну, можно, конечно, туда, но смысла я особо не вижу. Ну вот. Так что это круто. Это очень крутая штука, но вот единственный минус ее то, что ее нужно постоянно углем закидывать. А у нее нет этого конвейера, и, соответственно, к ней нельзя подвести это. То есть, если бы можно было бы поставить ее, да хрен бы с ним. Конвейер бы уж провести конвейеру. Угля здесь полно, если вот его поэта поискать. Он тут, в принципе, везде. Кроме того, тот же поезд. Я вот сейчас поезд установил в одно направление, в другое. Я сейчас думаю над третьим поездом. И вообще, как бы, не проблема пустить, допустим, поезд где-нибудь по кругу, по всему. Поэтому все это решается. Нужно, конечно, думать, как это все дело подключать. Окей. С этим мы с вами решили. Теперь нужно поговорить еще об одном вопросе. После того, как разработчики ввели ядерную технологию, появилась целая проблема с этим. Потому что, ну да, у тебя дохрена электроэнергии, ты можешь делать все, что хочешь, и, в принципе, тебе одной энергоустановки хватит надолго. Ну, в моем случае, потому что я не строю Uber вафлю какую-то и тому подобное, поэтому мне нет смысла строить 10, допустим, этих ядерных генераторов, и достаточно поставить одной, которая вырабатывает 2,5 гигаватта, и мне это просто дофига. Мало будет, поставил эти усилители, и вот тебе 5 гигаватт. То есть вообще как бы пофиг на все. Ну вот. Но возникает сразу вопрос. Если ты усиливаешь все это, увеличиваешь, появляется увеличение энергопотребления. Вот, увеличение потребления урана, вот этих ядерных ячеек, и сразу начинает большой выхлоп идти. Ну, не в атмосферу, а в природу, в землю, потому что прилетает много ядерных отходов. Что с ними делать? Я тогда придумал их складировать. Сейчас мы туда направимся. Я отсюда вижу. Реально классная прорисовка. Отсюда видно, где стоит мой завод. Это вообще супер вообще. Раньше, кстати, этого не было. Раньше он плохо прорисовывался. Сейчас вот какие-то объекты, видимо, те, которые построены, они хорошо прорисовываются. Ну вот.
А деревья, которые могут сноситься или не сноситься, они, соответственно, прорисовываются чуть позже. Вот, собственно, у меня здесь такая вот штука. У меня здесь стоит, 8 контейнеров, которые между собой распределяют мусор. Вот. Вот у меня уже здесь вон сколько отходов. Кстати, а почему ты сюда скидываешь еще и это? Это еще что такое? Ты чё? Налево ты этот выкидываешь. Прямо ты это. Я так понимаю. Давай. А вот почему его здесь нету? Вот почему здесь нету отходов? Я вот тут этого пока не понимаю, почему их сюда пока еще не добавили. Это как минимум странно. Нет уже, да? Вот это непонятно, что такое. Вот это вот. Направо непонятно что. Окей, давай еще раз попробуем. Я возьму эти стержни и закину их это. Потому что это как минимум странно. Сколько он сюда уже стержней-то накидал? Ох, их сколько тут. Получается, он все стержни сюда поскидывал, кроме вот этого мусора. Тихо, тихо, брат. Ну и, соответственно... О, вот теперь... Да, вот теперь все нормально. Он скидывает стержни куда надо, и, соответственно, это все дело там производится, и все просто замечательно. Окей. Сразу возникает вопрос. Что, бляха-муха, делать с этими чертовыми отходами? Вот что с ними делать? Вот их тут 64, там 64. То есть они копятся, они создаются, и что-то с ними, бляха-муха, надо делать. А что у нас тут, кстати, по производству? А здесь все замечательно. Вот нужно что-то с этим делать. Разработчики модов и это учли. Сейчас мы с вами доберемся до нашего любимого дома, я надеюсь. Воу. Вот. Урана, кстати, сейчас стало просто дикое количество. Но именно в качестве разбитых, осколков, точнее. То есть, если не нашел целую, вот тут можно добывать такой уран. Вот. Вот, кстати, я же забыл показать вам. Я новую дорогу сделал для ЖДшки. Вот она. Пришлось ее аж вот так загибать. В принципе, здесь хватает одного тяглого вагона, но так как у меня уже стояла станция определенного размера, я решил, что, ну, ладно уж, пусть будет так. Ну вот. И вот так вот он потихоньку сюда заезжает, и все нормально. Ледненько. Ну, это потом все поговорим. Вот. И, собственно... Вот этот мусор, нужно, конечно, как-то от него избавляться. Вот у меня одна из идей, если без использования модов, это построить еще один поезд, который будет с той станции переработки урана брать и отвозить этот переработанное топливо в какое-нибудь другое место. Ну, я не знаю, тут есть... Острова, которые, на которых пока еще ничего нету, потом, может быть, когда-то что-то появится, туда привозить и там складировать, поставить много ящиков и там все это делать. Но это... К чему это приведет? Во-первых, к тому, что в будущем мне, возможно, потребуется эта территория, и у меня там уже все загажено. Ну, в принципе, это как и везде в мире, так очень часто бывает, когда ты что-то гадишь, а потом вдруг тебе оказывается нужная территория. Вот. Во-вторых, это издержки производства, нужно будет построить линию, нужно будет построить поезда, то есть это начало опять производства. У меня сейчас ничего не производится, кроме урановых стержней. Все остальное у меня все стоит, мне нечего производить. Ну вот, а тут все опять начнется, соответственно, подскочит энергопотребление. Подскочит энергопотребление, подскочит энергопроизводство, и, соответственно, вот все по кругу начнется, и опять будет много
отходов. Вот. Поэтому товарищи разработчики придумали следующую схему. Сначала нам ее, правда, надо изучить. Я ее, конечно же, изучу быстро. Вот. На ранге 7 у нас появляется вот такая вот штука. У нее, конечно, значок очень странный, но тем не менее. Это название, в общем-то, мода. Что нам позволит делать? Ну, кроме 5 ячеек слота, мы добавим вот такую вот штуку. Из отходов мы будем делать вот такой вот Mox Cell. Это, получается, выделение из переработанного топлива части урана. То, что, в общем-то, осталось. Из него мы будем получать вот такую вот херню. Вот. А вот такая вот херня, она больше похожа на шайбу или еще на что-то. Ее можно использовать, в принципе, как обычное топливо. Но его используется именно в транспорте. А, то есть можно наши машинки, которые у нас есть, питать вот этой фигней, но оно радиационное, поэтому, ну, такое себе. Значит, после того, как мы получили вот эту фигню, мы можем сделать вот такую вот фигню. А делается она точно так же, как обычная урановая ячейка. То есть используется уран, используется вот эта вот фигня. Керпидон, по-моему, там используется. И, в принципе, вот оно и готово. А из этого мы уже делаем вот это. Это точно такой же радиоактивный стержень. Ядерный, точнее, стержень. Но он ничем не отличается от обычного, который есть в игре. Поэтому он даже выглядит точно так же. Просто это другой рецепт, фактически. И получается, что мы замыкаем круг. Круга, да. Вот, давайте мы это дело выберем. Его изучать даже не надо особо, у него тут, в общем-то, все есть. Ну вот, новые детали, игрок улучшен, замечательно. Теперь нам, как обычно, надо лететь на нашу базу сырья. Значит, естественно, нужно будет немного модифицировать нашу ленту. Нужно будет изменить ее, но после того, как у нас все получится, у нас будет просто замечательное безотходное производство. Что очень круто. О чем мечтают многие поколения людей, которые занимаются атомной промышленностью, там, или еще чем-то. Ну вот, Greenpeace, например. Но, к сожалению, пока мы к этому прийти не можем. Вот, кстати, о чем я и говорил, в чем будет, скорее всего, затыка. Да. Ну ладно. Хорошо. Пока вот встанем сюда, будем смотреть, что нам нужно. Нам нужно сначала посмотреть, как что производится. Вот конструктор, например. В конструктор нам надо запихивать вот такую вот фигню. Отходы. Будет производиться урониум-238. Это у нас, по-моему, не обогащенный уран. Ну, я могу ошибаться, я с этим очень далек, я с этим вообще не знаком фактически. Но, по-моему, это не обогащенный уран. Ну вот. 239, по-моему, обогащенный, который как раз-таки тут крутится. Вот. После того, как мы в него запихиваем наши вот эти отходы ядерные, которые вот здесь у нас все хранятся, ну, мы их, наверное, как-нибудь выведем и сделаем другую немного линию, и все, и будет все нормально. Вот. А нам нужен ассемблер, в который мы будем, собственно, запихивать вот этот уран-238 и создавать на основе него вот этот, да, мох. Ну, мокс. Ну, я так понимаю, это типа швама или шлама. Я не знаю просто, как это на русский произвести. Перевести. Ну, я называю мох. Ну, написано мох, я и читаю мох. Ну вот, собственно, мы из него делаем. Значит, там нужен еще и обычный уран. То есть нам нужно будет немного переоформить вот эту схему. Вот нужен обычный уран. Нужен будет, собственно... Кстати, нам нужен будет кирпич. Вот. То есть нужно будет вот эту всю схему немного переделать. Ну, мы, естественно, это все дело переделаем, что делать? Вот. Получается, нам нужно вот это.
После того, как мы делаем вот это, мы делаем вот это. То есть нам нужны два ассемблера. Видите, здесь нужен кирпидон и вот этот мох. Вот. Ну, кирпидон, благо его можно еще одну там поставить, такую же схему, и отвезти сюда, и вообще никаких проблем не будет. Ну вот. Окей, это мы сделали, грубо говоря. Кроме того, нам нужен сам изготовитель. Без изготовителя, к сожалению, ничего никак. Это здоровая дура, которая, блин, охренеть просто. Ух ты, у аккумулятора и поменялась фигня. Класс. Вот теперь классно выглядит, мне вот нравится. Вот. И вот теперь нам нужен вот этот мох. Из мокса как раз вот делается вот эта ядерная ячейка. Она делается точно так же, как и обычная. То есть стержни и вот эти кирпичи железобетонные. Фактически, я думаю, можно было бы взять и сделать второй слой. А почему бы нет? Чтобы нам не возить туда-сюда вот это все дело, мы это сейчас поднимем на второй уровень. Лифты у нас есть. Ресурсы, которые нам нужны, мы их будем туда просто брать и поднимать. И нет никаких вопросов. И плюс это кое-какая экономия в... как это, места. Поэтому мы сейчас вот это дело немного подразберем. И попробуем это все сделать. Что у нас здесь? Очень долго это производится. Нам нужны шарды. Так, шард. Ой-ой. Ну, 100, конечно, не надо. 10 вполне себе. Нам нужно это все дело ускорять, потому что мы это будем очень долго рожать. Еще давай. Так, чтобы это дело применить, надо вот так вот. Уже лучше. А, вот так вот, кстати, выглядят вот эти херовины. Но видите, у них пока нету формы. Но это, я надеюсь, скоро исправится, и все будет у нас замечательно. Здесь у нас 60 секунд, кстати, требуется на производство. Поэтому, в принципе, пока это все производится, у нас вот это там все будет работать. Окей. Надо бы это дело законнектить с ураном. Уран у нас очень важен. А, молодец, я поставил электростолб. Прям как профи поставил, блин. Так, вот сюда его. Вот так вот. Так, нам нужен... уранян. Ну да, естественно. О, не, нормально, смотрю. Хорошо. Вот единственное такое, ну как бы, кроме того, что строить невероятные фигуры, еще один такой плюс строительства без каких-бы проблем, это вот строительство, грубо говоря, стык-стык. Потому что если бы я бы строил с выключенным модом, я бы вот так вот поставить не смог. А так вполне себе, ну, как бы стоит втык. Ну ладно, уже что. Бывает. Так, хорошо. Погнал. Ураний. Погнатушки. Хорошо.
Не подключено, понятненько. Ясен пень. Ты что творишь? Все. Здесь у нас все забилось. Уранчик у нас это. Вот, конечно, вот этот мокс цел, его много нужно будет производить. Так, смотрим, что у нас тут. Надеюсь, он сгрузит все, что нам надо. Да, пошла. Пошла жара. Че это за глюки сейчас пошли, я не понял. Настолько быстро, что это? Ну вот, потихоньку, потихоньку это все вырисовывается. Вырисовывается. А, что у нас здесь? Здесь у нас мох есть, и сюда нужно загнать цемент. Мох выглядит точно так же, как и это, квадратные непонятные кирпичи, поэтому, в принципе, показывать вам их можно и не надо. Так, это мы дело разбираем. Я просто думаю, что можно бы... Одна система... Как это? Одно создание кирпидонов на другую систему. Короче, не суть. Так, хочу девяточку. Воу, а тут ничего нет. Страшно. Так. Так. Наверное, на стойку поставим. Потому что у нас потом здесь будет проходить еще одна трасса. Ой, господи, фу. Я, конечно, с читами играю, но не настолько. Во. Ну вот так вот у нас кирпидончики пойдут сейчас. Это у нас получается соединитель, да? Давайте поставим разветвитель. Вот так вот. И он будет... Тут ты, блядь, делаешь? Как ты так это строишь, я не понимаю. Вот иногда вот эта просчитка, как это строится, это больно странно. Так, все, у нас сюда кирпидоны пошли. Вот этого моха прям по самой небалу. И у нас создается 10 вот этих цел. Которые мы сейчас будем прокидывать в другую сторону. Так. Значится. Здесь у нас вот этот мокс цел. Вот эти кирпидоны и вот эти электромагнитные балки. Сейчас мы тут немного ребрейдинг сделаем.
хорошо бы все было норм. Это, в принципе, вообще было бы, конечно, по... снести бы. Но не получается пока. А, значит, тут нужны разделители, наши любимые. Вот этот можно здесь поставить. Вот этот мы поставим тут. Вот так вот. Тихо. Во. Окей. И, соответственно, отсюда должен пойти наш... наша красота. Которая все еще в виде кубиков. Но я очень надеюсь, что разработчики мода добавят... внешнее отображение, как вот у обычных ресурсов, и у нас будет все по красоте. Так, а здесь у нас, в принципе, должна стоять лампа. Мы без лампы никуда. Можно поставить еще целый столб. Чтобы это у нас все запитано было. Вот, и вот мы теперь вот ждем, когда наберется вот этот мокс цел. А с ним у нас какие проблемы, кроме того, что он раз в минуту делается? Никаких проблем нету, поэтому можем спокойно шардов накидать туда. И спокойно. Ну, 24 секунды уже другое дело, в принципе. Окей. Теперь. У нас там лифт где-то стоит. Должен, по крайней мере, стоять. Но не стоит. Который, собственно, сюда и поведет. Ага. Так. 200 секунд. Окей. Нет никаких вопросов. Вот, 80 секунд. Ну, уже хорошо. Так. Что у тебя здесь? Ага. Хитро. Хитро. Так, это разветвитель. Тут соединитель. Блин, ты что, неправильно встал, что ли? Ай, ненавижу тебя! Жопа ты сраная. Как ты так встал, вот мне интересно. Логично же, что мне надо туда везти. Нет, надо было по-своему встать. Так, не пищи. Так. О, видите, он точно так же выглядит, как и обычный. То есть, в чем, в общем-то, и вся прелесть этого всего дела, то, что все получается одинаково. И вот оно туда уходит. И вот сейчас поезд наш большой придет. Вот он медленно ползет к нам. И он сейчас это дело заберет и выгрузит.
Сейчас главное нас, чтобы тот мелкий не снес. И все. И вся наша проблема с нашими вот этими вот переработками и тому подобное уходит. Более того, появляется новый источник потребления ресурсов, которые, в общем-то, должны потребляться. Они у нас не потребляются, потому что у нас все забито. И все, и у нас все начинается по красоте. Так, поезд заехал. Не успели. Я хочу мелкий дождаться. Поезд. Тихо. Я не хочу, чтобы меня забаговало. Отлично. Смотри-ка. Ну и вот. А в оригинале игры, где у меня нет такой технологии, мне придется делать точно такой же поезд, который отходы будет сгружать непонятно куда. Вот ведь проблема-то. Сейчас посмотрим, как он едет. Вообще нормально ему? По идее, конечно, для оригинала, и я думаю, мы совсем скоро перейдем в выживание, потому что давно что-то как-то не играли в выживание. Нужно немножко переделать на какие моменты. У-ху! Спокойненько. Оп. Кстати, стрелка неправильно показывает, но почему-то он повернул. Я не знаю, как это работает. Возможно, все-таки стрелки это для нас больше, чем для поездов. Поэтому без понятия. Они умнее нас. Не-не-не-не-не, я не хочу умирать. Да, вот за счет того, что у этого поезда чуть-чуть больше времени уходит на загрузку, но тем не менее. У этого на загрузку не всегда есть, как бы, не всегда его нужно тратить, это время, потому что отработка, она достаточно медленно у нас появляется. И поэтому, ух, смотрите, сколько у нас этих ячеек. Просто туева, мать его, куча. Просто туева кукуева. И он не потребляет их столько, потому что их столько не надо. Вот, вот такая вот у нас интересная технология. Я надеюсь, что разработчики... я вот не знаю, как, кстати, как избавиться от этой фигни. Вот, разработчики этого мода будут его дальше поддерживать, а они его поддерживают, потому что он очень... Он, кстати, проехала мусорка. Они его поддерживают, он очень часто обновляется, и вот это релизная практически версия 1.0, вот, и... Мне нравится этот мод, он классный, он реально, во-первых, добавляет новую схему, которую, в общем-то, нужно продумать, как расставить. Вот, он добавляет новые ресурсы, которые тоже очень интересные, они как-то по-своему производятся. У них есть свои свойства, то есть какие-то ресурсы более радиационные, какие-то менее радиационные. А какие-то ресурсы можно использовать, как в печку, например, закидывать, просто их сжигать. Можно их и дальше использовать для переработки уже и...
дополнительному обогащению урана. То есть все это добавляет новую ветку развития. Я надеюсь, что такую ветку развития в будущем сами разработчики добавят, потому что они говорили, что та, что сейчас есть система разработки урановой руды, это не окончательная версия и будет в скором времени либо усложнение, либо улучшение. Вот это вот этот момент я не очень узнал. Ну вот, мне еще очень нравятся фонари. Про фонари я очень долго мечтал, и был мод, который вот только-только появился, но он, к сожалению, не заработал. Там какая-то своя схема работы была, не очень интересная. Сейчас они работают, все они очень классные, и я вот не знаю. Тот больше не светится, видимо, уже прогорел уголь полностью. Ну вот. Но вполне себе тоже очень классная штука. Реализация мне не очень нравится, но кто я такой? Вот. Поэтому я очень жду, когда выйдут еще какие-нибудь моды, еще очень классные моды, или которые добавляют новые технологии, или которые развитие, или, я не знаю, блоки новые. Я как-то... Вот это поезд у меня там едет один в одну, смотрите. Вот. Я очень надеюсь, что будет все очень... классно и весело, и вообще суперски. Вот, это вот мое такое желание. Вот. На этом все. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, лайки, дизлайки. Заходите ко мне в Discord. Всем удачи и пока.